у природы нет плохой погоды. Каждая погода хороша. Если дождь идет и много там воды, ты иди по лужам не спеша. Ну и пусть, что деньги в землю там зарыли, но ливневку проложили, как всегда. От проекта малость отступили, не работает она. Мы заказчику вопросы задавали, почему стоит вода. И ответ мы получили, что не принята ливневка, та. «У каждой проблемы есть фамилия», — говорил Сталин. Может, пора заказчику найти эту фамилию и спросить, почему так сделано, что принять в эксплуатацию невозможно. Кто виноват в этом? Проектировщики или исполнители? И кто и когда закончит реконструкцию этой ливневки по улице Южногородской? Если заказчику требуются видеоматериалы по этой проблеме, то вы можете их найти в Ютубе на канале Nick Powell «Мокрые новости» либо зайти в плейлист «Ливневка», «Авиагарнизон Бельгер», «Любимовка».Для справки. Если у вас нет документов, то они есть у меня, обращайтесь, поделюсь. А то прошло 3 года, а ВОЗ и ныне там, как гласит русская пословица.